Подождите, ребята, есть Бор Хроморука, я обращаюсь к тебе. У тебя он такой ползет, о, же двигателя-то. Иди ударил. Бор Хроморука, по вашему каналу Борговскому никакой информации не проходит? Судя по всему, наверное. Никакой информации. Вообще никакой, то есть даже никаких сигналов. Там идет Андрюха, знаешь, такая мелодия, когда вот смотришь кому-то там. Оставайтесь на линии. На линии доверия оставайтесь. Что вы хотели? Ваш звонок очень важный. Я уже спрыгнул. Не делайте низких движений. Каждый бог для нас важен. Этот капитан, решите еще раз выйти на связь с этим, с кораблем. С новым худоносором? Да, худо. Вот с этим худоносором, но... Разрешите? Связываемся, да. Давай. Тебе отвечает какая-то девушка. Здравствуйте. О, добрый день, барышня. Я бы хотел поговорить с вашим капитаном. Есть ли такая возможность? Нет, сэр. А чё так фигово? Был он приказ не связывать вас с капитаном, поскольку его решения не обсуждаются. Если у вас есть последние слова, которые вы хотите сообщить и записать это на специальный диктофон, который будет отправлен. Конечно, барышня. Да, я вас слушаю. Я бы хотел вам рассказать, что на вас движется очень большая сфера сборгов. Они настолько злые, что вы просто будете... Ассимилировать будет каждого по несколько раз. Что просто... Каждый борг, который на этом корабле, он просто... будет вас ассимилировать. Пока вообще прям все перед. Я вам предлагаю сейчас скооперироваться, сперва уничтожить сферу, а потом мы вместе с вами, может быть, сходим на палубу. На Галапалубу. Там мы поставим море, песок и будем загорать. Как вы на это смотрите, о, незнакомая леди? Я записала ваше сообщение, сэр. Капитану передал слово. Капитану это уйдет. А вот такой с заебным аппаратом сидит такой довольный. То есть, ребята, я не знаю, что тут делать. Нас либо те, либо эти прикончат. Ваше сообщение будет передано потомкам. Потомкам. Этот, капитан, что делать? Я не знаю. Лететь. Мы так поняли тебя, пипец. И такой, я предлагаю что сделать. Давайте подойдем к Вове, пока он валяется на полу, он же себе двигателя-то отключил. Я предлагаю что? Вова, выйди, может быть, давайте нашего Борга выведем, как у вас, в локалку, да? Там, в открытый космос. Да, в локалку, и пускай он им покажет, что надо убивать их, и у них там намного больше народу, и пускай они там всех ассимилируют. Они уже на них летят, они на них... Ну, чтобы нас не трогали, сказать, что у нас здесь ассимилировались. Надо, чтобы Вова подключился и попробовал прослушать линию, о чем говорят борги. У нас зафиксирована неизвестная телепортация. Ой. На нашем борту. Это, наверное, та барышня. Или капитан наслушался просто и пришел. Компьютер, решите. Компьютер, уточни, куда? Не на Галапалубу сразу там телепортировались? Куда? Инженерный отсек, сэр. Компьютер, а кто телепортировался? Человек? Давайте, 2 секунды, давайте выдвигаться, ребятки, вы там. Погоди. Компьютер, есть возможность проанализировать, кто телепортировался? Это сложно-техническое приспособление неизвестного нам типа. Приспособление, это даже не Борг даже получается. Не, почему? Нет, компьютер-то сброшенный, да, это, наверное, Борг. Ну да. Этот, как его? Я предлагаю, пускай наш Борг ползет к нему. И этот, без двигателей. Не, я подхожу к Руморуке и запускаем двигатели просто, чтобы он смог встать на ноги. Да, вот так вот сзади там. Так, капитан, я предлагаю выдвигаться к компьютеру, во-первых, и во время этого решать все проблемы, а то мы на одном месте топчемся. В инженерной, да? Не в инженерной, а в сфере. В сфере Дайзена. Идем к сфере, да. Пока мы бежим к сфере, там же у нас тип какой-то есть, этот как его. Как его, Юджин или кто он там? Хьюго, прием! Да, сэр. Я вас слушаю. Тебе кто-то телепортировался, у тебя нормально все? Да вроде да, я тут ничего не вижу особенного.
Погоди, а он в инженерной, а Хьюго-то в сфере у ученого? Нет, он в инженерном. В инженерном. А если что-то пойдет не так, сразу сообщай. А, ребят, я предлагаю нашего Борга телепортировать к этому, как его. Ой, ребят, простите, чё? Я вам наврал. Тут, походу, что-то есть. Кто это? Что там? Пощупай его. А, это что-то большое, продолговатое. Беги! Берещит срочно. Беги! Я не очень хочу это трогать, сэр. Не надо. Оно склизкое. Вот. Беги. Ну он спрашивает, оно склизкое? Для Вовы это важно, да. Да а нет, масло вроде там? Нет, не склизкое, не все вроде в порядке. Лизни, попробуй. А, сэр, я воздержусь. Хорошо, ладно. Ты на что это похоже, опиши. Какая-то огромная штука, у нее здесь есть цифры. Цифры наши, сэр. Египетская сила, нам бомбу телепортировали. Кого? Бомбу телепортировали нам. Компьютер, мы можем телепортировать. Капитан, куда телепортируем ее? А это же бомба. Срочно время идет. Да какая разница, цифры бегут. Компьютер, анализ, через сколько она взорвется? Не имею такой информации, сэр. Телепортировать. Эй, она взорвется тут через минуту. В сферу богов телепортировать. Да нет! Нет? Хотя, что, не знаю кого. Ты че, она весь корабль разнесет? Что-то тут. Сейчас мы сдохнем. Телепортируем в сферу богов. Как? Может быть, телепортнуть хотя бы в космос ближайший, я не знаю, побыстрее там это сделать. В космос между богами и тем кораблем. Телепортируй ее куда? В масло! В масло. Я бегу в телепортационную рубку, здесь почему-то телепортация что-то совершенно странное происходит, я не могу управлять телепортационной. Отсюда. Телепортационная. Да, короче, делаем чё? Хьюго! Да, сэр. Убегай оттуда, быстро! Уношу ноги! Открывай все слюжи, пускай в открытый космос выносит все оттуда, весь хлам, который там стоит. Слышишь меня, компьютер? Yes, sir. Открываем. Все открыто. Оно, ну, так же может вылететь, знаете, что там под давлением-то все вылетает. То есть нам надо кубик надо кидать, далеко она улетела или нет? Нет. То есть, компьютер, оно выкинуло? Нет, сэр, оно защищено неким полем, сэр. Чё, не, так вылетела бомба или нет? Нет, сэр. Почему? Она защищена неким полем, сэр. Каким? Неизвестного класса, сэр. Силовым. Я телепортирую нашего Борга туда. Ты хочешь, чтобы я взломал, что ли? Телепортирую его. Да, он, кстати, может сквозь это пройти. Подожди, телепортируй. Говорит Хьюго, телепортнул его туда. Телепортнул его туда. Бор, хватай его, иди. Иди, короче, иди в космос открытый. На руках неси бомбу. Ага. А ты подключи мне. Бор, Крумарука, попробуй законнектиться с ней. Это, возможно, технология известная вам. Попробуй, срочно. Да не надо, пускай он возьмет и вынесет ее. Погоди, может, он воткнет в нее что-нибудь, и она перестанет двигаться. Нет, пускай он вынесет ее. Так он сам так думал. Можно использовать против них же, если отключить поле, а потом выбросить. Да нет! Отключай поле срочно, втыкай да, в поле. Сенсор. Скорее, давай. Вова, говорит, что я втыкаюсь. Не, ему надо на кубик кинуть что-то, что смог он отключить. Нет. Вова, ты будешь... Так я взламываю. Ты что делаешь, Вова, скажи, пожалуйста. Взламываю. Он поле отключает. Сань, надо кидать. А вы знаете, что это поле, это даже не борговское поле. А ты подходишь к этой штуке, он сам уже что-то придумает. Я люблю ему думать. Вова, ты за гейм-мастера не придумывал? Гейм. Смотри, ты приходишь туда, видишь какой-то продолговатый предмет. Он похож по дизайну на что-то от Федерации. Что-то такое, знаешь, массивное какое-то приспособление с кучей каких-то проводов, еще какой-то ерундой. И ты видишь, что это сочетание технологий Федерации и Борг. Ух ты. И это что-то жесткое. Твое поле, ты не можешь дотронуться даже до него. Поле светится фиолетово-зеленоватым цветом таким странным. Таким. Борг Крумарука, перекладывайте бомбу на санки и увозите ее в открытый космос. Как поняли меня, прием? На санки, санки. Так телепортируйся ко мне и попытайся... А там воздуха-то нету. Срочно передаю. Давайте попробуем телепортнуть его с помощью телепортатора Боргов.
Наши телепортаты его не берут, поле закрывает почему-то нам для обзора этого. Да, действуй, Хьюго. Борг Ромарука, срочно активируй телепортатор Борга. Свой, да, и вместе с бомбой лети, короче. Мне нужен помощник, хотя бы кто-нибудь, на сферу Боргов. Так на сферу мы можем дистанционно это все сделать? Да, мы можем сферу телепортнуть его отсюда, куда-нибудь. Куда-нибудь телепортируй! Погодите, Борг Ромарука, ты в курсе того, как работает сфера Боргов? Да. Да, он в курсе, Ромарука инженер. Компьютер, срочно телепортировать Борга к сфере. Есть, сэр. Ты телепортируешься в Вов. Давайте я быстренько с Вовой сыграю сейчас. Ага, давай, все, молчу. Вы телепортируетесь в какое-то непонятное место, ты видишь Хьюго, такой парень, лет 25, он... Краткостриженный, несколько шрамов, и ты видишь, у него опалена его, это как его, чёлка. Форма. При этом на нем одет какой-то бронированный костюм. Только борговский, там запчасти какие-то, части его. Вот. Он стоит с фазером в руках, это фазерная винтовка. Он так смотрит на тебя слева, и ж замер. Вот так, привет! Я бы выстрелил в тебя просто. И сразу. Он наводит винтовку на тебя. Кто? Он очень тяжело дышит. Я бы второй раз стрелял. Потому что у меня палец недолго будет держаться на курке. Я бы третий раз выстрелил просто. Да? Вова, сейчас. Ну. Я подключаюсь. Я подключаюсь к щиту. Просто, ты погоди. Ты понимаешь такую тему? Вы представляете, картина. Просто человек стоит вот так вот со стволом. И какой-то металлолом. Как бы телепортируется. Вот спрашивает, ты кто? Я сейчас стрельну, ты кто? И просто как клешня поднимается. Привет. Такая немая картина. Вова, ты вообще жёстко вообще, ну, и чё дальше, я извиняюсь, пожалуйста, Сань. Ты Борг или нет? Говори быстрее. Я киборг. Юджин, ко мне телепортировался некий киборг, я не знаю, он Хьюго, разговаривает. Хьюго, нормально, это... похож на Борга. Это наш человек. Это наш. Этот, посмотри. Уверен, что ему можно доверять, Сань. Хьюго, посмотри, у него кабель из задницы торчит. Да, я все слышу! Он наш! Не трогай его! Он наш! Не трогай кабель только, да? Да, кабель не трогай! Если не будет слушаться, засунь его подальше, поглубже туда! Я сейчас телепортнусь обратно и тебе этот же провод сейчас суну! Не слушай его! Угадай куда! Так, Борг, как тебя зовут? Мое имя неизвестно. Ну что, я его забыл. Пошли с тобой. Давай тебя буду звать Катя. Он шизофреник, не обращай внимания, он с тобой разговаривает. Имя неизвестно. Вот его Борги с собой в одну сеть не пускают, просто потому что он их убивает изнутри. Они ему только одно, вот этот как, оставайтесь на линии, и все. То есть, по-другому с ним никак нельзя. Я сейчас умру. Во, видите? Хьюго, его зовут Вова из 9. Вова в 9. Хьюго, говори тебя, убирая винтовку. Кабель, пошли со мной. Кабель? Я иду за Хьюго. Вы прибегаете быстро к какому-то непонятному месту. Здесь огромное количество каких-то проводов, технические проходы. Нет ничего похожего на ваш корабль, с которым ты был. Ты вспоминаешь свое борговское детство и вообще борговское детство, которое ты провел там. 10 лет ты прожил здесь, на таком же корабле Боргов, именно на этой сфере. Ты даже можешь вспомнить, куда ты можешь пройти, к себе. Где было твое место для регенерации. Ты видишь кучу мест для регенерации, которые сейчас все свободны. Вы подбегаете к какому-то терминалу. Он похож на терминал Боргов. Да, ты узнаешь сразу. В этом терминале вот ты какие-то федерации... Какие-то штуки от федерации. Какие-то приспособления. И он начинает по ним щелкать. Вот щелкает, ты слышишь какие-то пищания. Потом смотрит на тебя. Блин, они перекрыли нам доступ. Я не могу здесь ничего сделать. Похоже, мы остались, а корабль будет уничтожен. Когда я подхожу к клавиатуре, пытаюсь посмотреть, что там происходит. Ты прекрасно понимаешь, что Борг заблокировал систему Федерации, но ты можешь прекрасно управлять телепортационными шлюзами, которые находятся на борговском корабле, самостоятельно отсюда же. Потому что ты Борг. Система тебя признает как Борга. И ты начинаешь слышать потихонечку разум Борга.
куча людей с кучей голос переплелись в один и сообщают какую-то информацию о неизвестном корабле федерации, который срочно нужно ассимилировать. Я вас слышу, пацаны! Что там? Значит, технологии федерации, поскольку корабль неизвестный обладает чем-то похожим на борговские технологии. Ох ты ж, даже так. Па-па-па. Неожиданный поворот. А сколько секунд осталось? У нас сейчас взорвемся. Там, да, как бы. Это все быстро происходит. Да, твои действия. Ты щелкаешь по этой консоли, да? Да. А, что ты делаешь конкретно? Объясни мне. Чего ты хочешь добиться? Ну, открывай программу соло на клавиатуре. Открывай DOS. Не, ну вот, ну правда. Ну какие действия? Ладно, шучу. Во-первых, я попытаюсь понять, сколько у нас осталось энергии. Во-вторых, я попытаюсь еще понять, сколько... Кто тут уже прожил руку, кроме Боргов? В-третьих, я пытаюсь... разузнать... Сейчас ты ржешь! Один ответ совершенно очевидный. Здесь был инженер Федерации. Он пытался взломать эту систему и успешно это сделал. После чего Борг быстро перекрыл доступы устройствам Федерации. Угу. И поэтому он здесь теперь пользоваться своими приспособлениями не может вообще на всем корабле. Ты можешь спокойно сейчас делать какие-либо действия с этой консоли, любые, по поводу связанные с телепортацией, куда-либо, каких-либо материальных объектов. То есть даже бомбу? Ну, да, хорошо, сейчас я телепортирую бомбу к федеральным... к этому... не помню уже. Если мы сейчас сдохнем, я вам серьезно. Не на ваш, правильно? Да, не на наш. Отлично. Ты это делаешь, у тебя это происходит, ты не видишь, как телепортация происходит. Я перепутал. Тем временем, я перепутал! Тихо. Побежали по своим коридорам. Джон, Юджин и Эндрю Вултувок бегут по коридорам, и компьютер сообщает вам. Сэр, обнаружена несанкционированная телепортация. Из нас или в нас? Из нас! У нас забрали некий объект с инженерного поста. А все нормально. Закрывай все эти, как вот, туннели. Шлюзы, да, и пускай, кстати, Андрюх, у меня на шестяном носке дырка, оказывается, как сейчас я нащупал. Очень-очень информативно. Так, все хорошо, давайте все чистое игру. Компьютер, закрой, пожалуйста, все шлюзы, которые были открыты в инженерном, и обеспечь жизнеобеспечение, там, ну, как не обеспечь, а возобнови жизнеобеспечение, чтобы там можно было работать. Yes, sir. Вы прибегаете тем временем к лаборатории, правильно понимаю? Да. Ребята, рядом перемещаемся. Огромная металлическая дверь. Внутри вы слышите какое-то странное гудение, когда вы только-только начинаете подбегать к вырезанному пробами проему. Идите какое-то свечение, хотя, в принципе, вы не отапливали, то есть не отапливали, вы не включали ничего и никаких... никакого света там не было. Мы уже в лаборатории, да? Капитан, мы рядом, мы в коридоре это видим. А, вот здесь капитан, гудение слышится такое... Капитан, это диверсия. Капитан, это диверсия. Это, ребят, передвиньтесь вот сюда вот наверх. Нет, я имею в виду фишечки. Ага. А, все, меня передвинули, хорошо? Да, я передвинулся. Капитан, это диверсия. Сейчас я просто, чтобы ребятам видно было. Капитан, это диверсия. Я тебя слышу, Джон, подожди. Подожди, Джон, фишечку передвинь. Обратите уже внимание, это диверсия! Паника! Так, а дверь закрыта здесь, да? Нет? Дверь выломана. Я могу легко открыть. Дверь выломана, я сейчас ее уберу, потому что ее все-таки выломали. Так, та-па-пам. Не могу ее выбрать. Ну, будем считать, что она просто выломана. Да. Ну, потихоньку сюда прокрадываемся. А там света нету, да? Или есть там? Там свет нету, но оттуда идет свечение. Ну, идем туда посмотреть, что там. А ты заходишь первым? Капитан, 2 секунды. Тулок, ты у нас великий и непобедимый. Действуй. А я вхожу. Я предлагаю в лабораторию. Андрюш, я предлагаю тебе не ходить. Я предлагаю туда сперва светошумовую кинуть. О, компьютер, там есть кто-то живой, либо не живой? Нет, сэр, там только один труп. Я предлагаю входить тогда. Труп, значит, сферу кто-то удаленно запустил, получается. Ну, а я предлагаю сперва кинуть.